Я нет, Гаис Гениатович, хирург-травматолог, у меня стаж 50 лет. Я выполнил за период 8 тысяч операций. В 1972 году я уехал из Астрахани в Казань. Я всегда в форме. Ну, операция, конечно, сложнейшая операция, конечно, там на 8-10 часов я не смогу, потому что чисто физически, а остальные, которые возможно, я делаю. Хирурги, они работают столько, поскольку они возможно они что-то делают. Скальпель может держать, значит, может оперировать. Наша медицина и ее качество соответствуют тем финансам, которые государство выделяет. Если больному что-то плохо или нет, я прям могу об этом сказать, переживать. Ай, ладно, там, что там я копейки получаю, что еще эти будут. Ну, нельзя так. Мог бы сейчас я не работать, короче. А с другой стороны, силы есть, руки работают. Какое-то моральное удовлетворение человек получает от того, что передаешь еще эти знания, чтобы, как говорят, могилу не уносить, а передать. Это тоже благородство, я считаю.